фасоль можно готовить по-разному, но я предпочитаю делать на обед или ужин фасолевую кашу. Готовится она очень просто и быстро. Такой замечательный гарнир хорошо сочетается с любыми мясными блюдами. Перед вами простой рецепт приготовления фасолевой каши. Предварительно замочите фасоль в холодной воде на всю ночь, утром слейте воду и переложите фасоль в кастрюлю, залейте свежей водой и варите до готовности. На сковороде обжарьте измельченный лук, затем добавьте к нему вареную фасоль и специи. При помощи толкушки превращаем фасоль в кашу. Удачи! Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Промываем фасоль и заливаем ее холодной водой, доводим до кипения и варим на медленном огне 1-2 часа до готовности. На растительном масле обжариваем измельченный лук до золотистого цвета. Добавляем фасоль, перец и соль, перемешиваем и толчем, практически до однородности. Через 5 минут снимаем сковороду с огня. Приятного аппетита! Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Нам понадобится фасоль 450 грамм, предварительно замоченная в холодной воде, лук репчатый 1-2 штук, масло растительное по вкусу, соль и перец по вкусу, количество порций 4. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте палец вверх и спасибо за просмотр. До встречи!